Разрешите себе иметь то, что вы хотите в жизни, и тогда Вселенная примет это как закон и даст вам это все и даже больше. Проверено. Привет, дорогие! С вами я, ваш коуч по исполнению желаний Елизавета Волкова, и вы на канале «Сила в мысли». И сегодня в этом видео я хочу затронуть очень интересную тему, а именно, от чего зависит исполнение желаний. Да, в целом вы наверняка уже знаете, что желания исполняются благодаря вашей вере, позитивным мыслям, возвышенным вибрациям, но есть еще кое-что. Есть один ключик, который всегда выступает гарантом, что желание точно исполнится. И этот ключик – позволение. А именно, пока себе не разрешишь, не позволишь получить желаемое, не получишь. Вот почему у кого-то исполняются самые грандиозные, сложные желания, будь то свой бизнес на любимом деле, достаток, миллионные доходы, свои квартиры и дома, дорогие авто, взаимная крепкая любовь, как в сказке, популярность. А у кого-то притягиваются только мелкие желания, что-то вроде комплимента от незнакомца, свободного места на парковке и максимум из чудес – это чашка кофе в подарок. Разница между этими двумя примерами в том, что в первом случае человек считает себя достойным всех благ мира и позволяет лучшему приходить в его жизнь, позволяет своим же желаниям проявиться. А во втором случае человек не позволяет своим желаниям исполниться, внутренне не готов и не считает себя достойным своих же желаний. Понимаете, в чем тут соль? А вам знакома ситуация, когда только мелкие желания исполняются, а большие нет? Пишите в комментариях. И смотрите дальше это видео, и вы узнаете, что с этим делать. Для того, чтобы впустить в свою жизнь более сложные и значимые желания, чтобы запустить процессы изменения реальности, которых вы на самом деле в глубине души побаиваетесь и не разрешаете себе иметь то, что вы хотите, нужно прокачать в себе так называемую мышцу позволения. Перестаньте волноваться, перестаньте чувствовать вину за свои желания, перестаньте чувствовать себя недостойным лучших благ мира. А потихоньку, шаг за шагом раскрывайтесь и позволяйте себе иметь то, что вы хотите, и даже больше. И в этом вам помогут чудесные аффирмации, которые я сегодня для вас приготовила и составила с большим удовольствием. И уже через несколько минут вы услышите их. Я уверена, они вам очень сильно понравятся, и вы просто будете репетить это видео день и ночь. Но прежде чем мы перейдем к аффирмациям, хочу обратиться к тем из вас, у кого сейчас остро стоит проблема с деньгами. Это тоже может быть связано с тем, что вы не разрешаете и не позволяете себе достаток, не позволяете своим финансам расти, и у вас не получается пробить свой так называемый финансовый потолок. Я скажу вам честно, чтобы в разы увеличить доход в течение года, то есть подняться в деньгах быстро, мало прослушивать аффирмации, здесь нужен системный подход. Необходимо день за днем прорабатывать негативные установки и настраивать мышление на изобилие и возможности. Если сейчас вы переживаете из-за отсутствия денег, наличия кредитов, долгов, потери работы и чувствуете, что вам срочно нужна система, которая точно сработает за 3-6 месяцев, позволит вам увеличить доход в 2-3 раза, а то и больше, тогда записывайтесь на мой бесплатный онлайн-мастер-класс про деньги. Он называется «Стань магнитом для больших денег», который я проведу в ближайшие дни. На этом мастер-классе я на личном примере расскажу, как я с помощью силы мысли поднялась с должности секретаря с зарплатой 25 тысяч рублей в месяц до собственного успешного бизнеса, самореализации и многомиллионного дохода. Сейчас я живу в Дубае, у меня тут своя недвижимость, а раньше я снимала дешевую квартиру в Ульяновске. Вы тоже можете разбогатеть, это реально для каждого, нужно только очень сильно захотеть. А вы этого хотите? Давайте проверим. Регистрация на мастер-класс по ссылке в описании этого ролика открыта. Поторопитесь, места ограничены. А прямо сейчас я вдохновлю вас результатами тех, кто уже прокачал свое денежное мышление с помощью моего денежного курса «Активация денежного магнита». Это поможет вам понять, что все реально, и вы можете так же, даже если сейчас безденежье и ничего не получается. Вот смотрите, моя ученица Гузель сама смогла приобрести Porsche без кредитов и помощи. Мой результат – я купила машину мечты, я купила Porsche Macan. Раньше я даже не мечтала о ней, ездила на Kia арендованный. Вот и моя красавица. Мечта с университета. Тогда я смотрела на богатых людей издалека и думала, ну как у людей столько денег? А сегодня в 25 лет я купила сама себе Porsche Macan. Сама, без папы, мужа и ипотеки, за наличку. Еу, я крутая! Благодарю Лизу за помощь при перепрошивке мозга.
А еще одной моей ученице Диане удалось выйти на стабильный доход 160 тысяч рублей в месяц с нуля. Большое спасибо за курс и за поддержку в чате. Я думаю, это самое лучшее вложение в моей жизни. Сейчас на предпоследнем уроке. За год курса у меня случилось. Смена работы. Стабильный доход от 160 тысяч рублей в месяц. Живую работаю у моря, как хотела. Встретила свою половинку прямо по своему описанию и очень счастлива. Смена образа и неожиданно стала моделью. Вообще не думала, что это возможно. Но сейчас фотографы просто разрывают запросами на коллаборации, и у меня по несколько фотосессий в неделю, как я и визуализировала. Это очень здорово. Буду продолжать работать над мышлением и визуализировать. Пойду на следующие курсы Лизы. Огромное спасибо Лизе, команде, кураторам и всем в чате в поле поддержки. А Анатолий поделился, что теперь деньги приходят в его жизнь очень неожиданно, из ниоткуда. А вот и сегодня, в продолжение вчерашнего вечера, пришла сумма от инвестиций, причем очень неожиданно. Вибрационные упражнения из курса – это мощь. Благодарю Елизавету за такие трансформационные задания. Ну как? У меня мурашки по коже. Вот это чудеса. А ведь вы можете также. Скорее регистрируйтесь на мой бесплатный мастер-класс, пока регистрация еще открыта. Ну что ж, а теперь аффирмации для разрешения себе иметь все, что вы хотите. Мысленно проговаривайте вместе со мной эти позитивные утверждения и старайтесь прочувствовать каждое слово, как будто так оно и есть уже на самом деле. Я хозяйка этого мира. Я хозяйка этого мира. Мне все можно. Мне все можно. Мне правда все разрешено. Мне правда все разрешено. Бог любит меня. Бог любит меня. Всевышний разрешает мне все блага мира. Всевышний разрешает мне все блага мира. Мне можно жить счастливо, в достатке и любви. Мне можно жить счастливо в достатке и любви. Мне можно ошибаться. Мне можно ошибаться. Мне можно чувствовать. Мне можно чувствовать. Мне можно испытывать любые эмоции. Мне можно испытывать любые эмоции. Мне можно быть собой. Мне можно быть собой. Мне можно проявлять себя открыто и свободно. Мне можно проявлять себя открыто и свободно. Ведь я часть Бога. Ведь я часть Бога. Я создаю эту жизнь, и мне в ней безопасно. Я создаю эту жизнь, и мне в ней безопасно. Эта жизнь для меня. Эта жизнь для меня. Мне можно иметь то, что я хочу, и даже больше. Мне можно иметь то, что я хочу, и даже больше. Я разрешаю себе быть смелой в своих мечтах и целях. Я разрешаю себе быть смелой в моих мечтах и целях.
Я разрешаю себе мыслить масштабно. Я разрешаю себе мыслить масштабно. Я разрешаю себе быть уверенной в реализации моих желаний. Я разрешаю себе быть уверенной в реализации моих желаний. Я разрешаю себе верить в их непременное исполнение. Я разрешаю себе верить в их непременное исполнение. Я достойна всего самого лучшего, ведь я любимое дитя Бога. Я достойна всего самого лучшего, ведь я любимое дитя Бога. Мне можно быть требовательной и дерзкой. Мне можно просить большее, лучшее для себя. Мне можно быть требовательной и дерзкой. Мне можно просить большее и лучшее для себя. И я разрешаю себе все это иметь. Я разрешаю себе получать все эти блага. И я разрешаю себе все это иметь. Я разрешаю себе получать все эти блага. Я позволяю моей жизни наполниться благами. Я позволяю моей жизни наполниться благами. Я достойна этих благ, успеха и свершений. Я достойна этих благ, успеха и свершений. Мне можно принимать все самое лучшее в дар от этого мира. Мне можно принимать все самое лучшее в дар от этого мира. Мне можно просто так жить. Мне можно бездельничать или отдыхать. Главное, что это мой выбор. И я разрешаю себе такую роскошь – жить так, как я этого хочу. Мне можно просто так жить. Мне можно бездельничать или отдыхать. Главное, что это мой выбор. И я разрешаю себе такую роскошь – жить так, как я этого хочу. Мне можно просто радоваться жизни, и я разрешаю себе радоваться каждому мгновению, каждому дню. Мне можно просто радоваться жизни, и я разрешаю себе радоваться каждому мгновению, каждому дню. Мне можно получать желаемое, и я делаю это очень легко. Мне можно получать желаемое, и я делаю это очень легко. Я разрешаю себе отбросить все стандарты красоты и быть собой. Я разрешаю себе отбросить все стандарты красоты и быть собой. Я разрешаю себе быть собой, такой, какая я есть. Ведь я прекрасна и уникальна. Я разрешаю себе быть собой, такая, какая я есть, ведь я уже прекрасна и уникальна. Мне можно не быть идеальной, не быть лучше других. Мне можно быть уникальной, несравнимой, просто быть собой. Мне можно не быть идеальной, не быть лучше других. Мне можно быть уникальной, несравнимой, просто быть собой. Мне можно любить себя безусловно, такой, какая я есть. Мне можно любить себя безусловно, такой, какая я есть. Мне можно принимать себя и нежно заботиться о себе.
мне можно сближаться с другими людьми и доверять им. Я разрешаю себе иметь близкие, гармоничные отношения с любимыми людьми. Я разрешаю себе иметь близкие, гармоничные отношения с любимыми людьми. Мне можно чувствовать и принимать ласку и заботу близких мне людей. Мне можно чувствовать и принимать ласку и заботу близких мне людей. Мне можно принимать любовь других людей ко мне. Мне можно принимать любовь других людей ко мне. И вся эта любовь для меня. Мне можно ее принять. И вся эта любовь для меня. Мне можно ее принять. Мне можно реализовывать разные свои потребности и цели. Мне можно реализовывать разные свои потребности и цели. Мне можно хорошо зарабатывать, столько, сколько мне необходимо, и даже больше. Мне можно хорошо зарабатывать. Столько, сколько мне необходимо, и даже больше. Я разрешаю себе быть успешным человеком. Я разрешаю себе быть успешным человеком. Мне можно иметь вещи, о которых я мечтаю. Мне можно иметь вещи, о которых я мечтаю. Я разрешаю себе жить в достатке. Я разрешаю себе жить в достатке. Все, что я прошу, реализуется быстро и легко, самым экологичным и благоприятным образом. Все, что я прошу, реализуется быстро и легко, самым экологичным и благоприятным образом. Мне все можно. И мне можно свободно проявлять свои таланты, быть собой. И мне можно свободно проявлять свои таланты, быть собой. Мне можно проявлять свои желания и действовать для их достижения. Мне можно проявлять свои желания и действовать для их достижения. Я разрешаю доверять себе и своей интуиции, ведь она всегда ведет меня к лучшему. Я разрешаю доверять себе и своей интуиции, ведь она всегда ведет меня к лучшему. Мне можно жить в гармонии с собой, со своими целями и желаниями. И я разрешаю себе легко и свободно добиваться самых высоких успехов. Мне можно жить в гармонии с собой, со своими целями и желаниями. И я разрешаю себе легко и свободно добиваться самых высоких успехов. Я разрешаю себе верить в самое лучшее и ничего не бояться. Я разрешаю себе верить в самое лучшее и ничего не бояться. Я разрешаю себе в каждой ситуации видеть только хорошее. Я разрешаю себе в каждой ситуации видеть только хорошее. Я разрешаю себе верить в чудеса. Я разрешаю себе верить в чудеса.
Мне можно быть не идеальным человеком, при этом ценной. Ведь так оно и есть на самом деле. Мне можно быть не идеальным человеком и при этом ценной. Ведь так оно и есть на самом деле. И я позволяю себе достичь всего, чего я хочу в этой жизни. И я позволяю себе достичь всего, чего я хочу в этой жизни. Все блага мира открыты для меня, только для меня. Все блага мира открыты для меня, только для меня. Я разрешаю себе просить то, чего истинно хочу, что хочет моя душа. Я разрешаю себе просить то, чего истинно хочу, что хочет моя душа. Я разрешаю себе быть наглой и требовать сверх того, что я хочу. Я разрешаю себе быть наглой и требовать сверх того, что я хочу. И мне можно получать то, о чем я просила. И мне можно получать то, о чем я просила. Мне можно открыто говорить о своих истинных целях и желаниях. Мне можно открыто говорить о своих истинных целях и желаниях. И я разрешаю себе добиваться воплощения в жизнь моих желаний. И я разрешаю себе добиваться воплощения в жизнь моих желаний. Я разрешаю себе открыто проявлять себя так, как подсказывает мне мой темперамент. Я разрешаю себе открыто проявлять себя так, как подсказывает мне мой темперамент. Мне можно делать то, к чему стремится моя душа. Мне можно делать то, к чему стремится моя душа. Мне можно просто жить и радоваться жизни и получать все самое лучшее. Я достойна этого. Мне можно просто жить и радоваться жизни и получать все самое лучшее. Я достойна этого. Мне можно принимать дары и подарки этого мира. Мне можно принимать дары и подарки этого мира. Я достойна всех благ и даже больше. Все в этом мире для меня, и мне все можно. Я достойна всех благ и даже больше. Все в этом мире для меня, и мне все можно. Я разрешаю себе создавать свою реальность, и я знаю, что могу изменить ее полностью. Я разрешаю себе создавать свою реальность, и я знаю, что могу изменить ее полностью. Я разрешаю новым возможностям и чудесам входить в мою жизнь. Я разрешаю новым возможностям и чудесам входить в мою жизнь. Мне можно воплощать свои желания. Мне можно воплощать свои желания. Мне можно быть избранной, смелой, дерзкой и достигать своих целей. Я разрешаю себе иметь все то, что я хочу. И мне можно получать то, о чем я просила.
Я разрешаю себе иметь все то, что я хочу. И мне можно получать то, о чем я просила. Я разрешаю себе принимать с благодарностью все блага этого мира. Я разрешаю себе принимать с благодарностью все блага этого мира. Мне можно получить все и даже больше. Это безопасно для меня. Мне можно получить все и даже больше. Это безопасно для меня. Я творец этого мира, и передо мной открыты все двери. Я творец этого мира, и передо мной открыты все двери. Я разрешаю себе выбирать путь, по которому я хочу идти. Я разрешаю себе выбирать путь, по которому я хочу идти. Мне можно быть богатой и успешной в своем деле. Мне можно быть богатой и успешной в своем деле. Мне можно достигать высоких результатов. Мне можно достигать высоких результатов. Мне можно быть выскочкой. Мне можно быть выскочкой. Мне можно быть заметной. Мне можно быть заметной. Я разрешаю себе заниматься любимым делом и реализовывать себя. Я разрешаю себе заниматься любимым делом и реализовывать себя. Мне можно быть любимой. Я разрешаю себе близкие, доверительные отношения с мужчиной. Мне можно быть любимой. Я разрешаю себе близкие, доверительные отношения с мужчиной. Я разрешаю себе быть счастливой в любви. Я разрешаю себе быть счастливой в любви. Я разрешаю себе быть финансово независимой. Я разрешаю себе быть финансово независимой. Я разрешаю себе быть здоровой и веселой. Я разрешаю себе быть здоровой и веселой. Я разрешаю себе иметь все то, что я так страстно желаю. Мне все можно. Я разрешаю себе иметь все то, что я так страстно желаю. Мне все можно. Все для меня, и мне все можно. Я разрешаю себе абсолютно все. Все для меня, и мне все можно. Я разрешаю себе абсолютно все. Друзья, какие аффирмации вам понравились больше всего? Напишите в комментариях 1-2 аффирмации, которые вам запали в самую душу. Итак, чтобы эти аффирмации начали работать, слушайте их ежедневно. С самого утра, как проснетесь, или перед сном. Можно и по несколько раз в день. Делайте их минимум в течение 30 дней. И уже совсем скоро вы заметите, как с каждым днем вы становитесь все более увереннее, смелее, и ваше позволение себе расширяется, растет, а вместе с этим ваша жизнь все больше наполняется желаемыми событиями.
Друзья, а на этом у меня все. Перешлите это видео своим близким, друзьям, знакомым. Прокачивайте вместе свой уровень позволения, а после вернитесь к этому видео и расскажите про свои первые изменения. Договорились? Также не забудьте поставить большой-большой лайк, если вам понравилось это видео. И подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующие ролики с полезным контентом. Пока-пока, до новых встреч!